Давайте начнем. Меня зовут Влад. Сегодня мы с вами поговорим о MacO формате, о дебаггере. Продолжим немножко разговор. Затронем тему DSIM. И напоследок какие-то практические советы. Надеюсь, вам будет интересно. Сперва кратко обо мне. Так, переключалка работает. Я программист. Наверное, как и большинство из вас. Кто не программист, поднимите руку. Двое с правой стороны. Отлично. Но, к сожалению, являясь программистом, я очень мало пишу код под iOS. В основном я слежу за CI/CD. Обожаю заниматься developer experience, developer efficiency. Немножко затрагиваю тестинг в Авито. В общем, всякая инфра. Но что вообще делают программисты? Наверняка у вас есть ответ. Давайте. Программировать. Отлично, это совпадает с моими данными на слайде. Что значит программировать? Смелее. Вы все программисты, двое только не знают. Зарабатывать деньги. Деньги зарабатывать. Неправильно. Что? Ну, по сути, писать код, да? Ну, как бы, самый, наверное, обычный ответ, который вы слушаете на улице. Но если подумать, многие из вас не согласятся, многие скажут, да я больше читаю код, чем пишу. А многие скажут, да я больше сижу и думаю вообще, что мне читать и что писать, прежде чем вообще что-то делать. А многие потом скажут, после того, как я напишу код или прочитаю код, я проверяю его, да? Ведь нужно же проверить то, что ты написал. Что мы используем для проверки кода? Что мы используем для написания кода, для чтения кода? Ну, IDE, да? При этом это не Integrated Development Environment, а Ideal Development Environment. У каждого это свое. Кто-то любит opcode, кто-то любит Xcode. Я работал с чуваком из Apple, который написал CoreAnimation, и он не использовал ни Xcode, ни opcode, он использовал редактор, который он сам написал, TextEdit подобный, без подсветки синтекса, без всего, ему было достаточно. Помимо этого, все мы с вами пользуемся дебаггерами. Возможно, кто-то напрямую использует компилятор, кто-то использует компилятор в Xcode. Тем не менее, мы им пользуемся. Можно продолжать список бесконечно, да? Кто использует Git? Кто использует Mercurial? Там SVN. Понятно. Впишите свою тулзу здесь. Но сегодня я бы хотел остановиться поподробнее на дебаггере. Мы все с ним сталкиваемся каждый день. Зачем он вообще нужен? Основная задача. Поиграем в поле чудес. У меня здесь вписано слово. Одна из основных задач дебаггера. Кто скажет его? Подсказка. Еще. Ну? Брейкпоинты. Автомобиль. Да, дебаггеры используются для установки брейкпоинтов. Помимо этого, когда мы установили брейкпоинт, можно посмотреть stack trace, исследовать содержимое переменных, посмотреть, что приведет к выполнению тех или иных команд. Да? А еще, наверное, одна из самых любимых функций среди iOS-ников это NSLog. Писать в логи, чтобы дебажить по логам. Это нормально. Ну и как мы с вами узнали, дебаггеры еще существуют, чтобы писать под них расширения. Это тоже очень круто и повышает производительность. Давайте поговорим про breakpoint. Все вы видели, как это работает. Вы просто ставите какую-то галочку в коде, нажимаете «Выполнить программу», и вдруг программа останавливается, и дебаггер берет инициативу на себя. Как работает breakpoint со стороны разработчиков? Ну, понятно, в UI это просто нажать на строчку кода в нужном месте, и breakpoint установится. Можно также использовать LLDB из command line. Breakpoint здесь устанавливать с помощью команды B. И дальше можно, например, передать название класса и название метода в этом классе, где нужно установить breakpoint. Это просто, да, кажется. Можно также и установить breakpoint на нужной строчке в исходном файле. Почти так же, как мы делаем в Xcode или в opcode. Но Xcode это делает немного по-своему, понятное дело, да? Он использует абсолютные пути, но суть не меняется. Но еще можно установить breakpoint по адресу. Если вы заметили, все три предыдущих примера в итоге в конце выводили какой-то адрес. В данном случае это
1000DA5. Что это за вообще? Чего? Какой еще адрес, да? Давайте быстро поговорим, как работают брейкпоинты на практике. Существует два типа реализации брейкпоинта. Аппаратные и программные. Когда у нас, да, большинство процессоров современных поддерживают аппаратную реализацию, это значит, что есть специальный дебаг-регистр, в который мы записываем вот этот самый адрес, который мы сейчас пытаемся понять, что это такое. И когда программа доходит до инструкции по этому адресу, выполнение прекращается, управление передается в дебаггер. Если аппаратной поддержки нет, происходит подмена инструкции в рантайме. Прямо вот какая-то оригинальная инструкция заменяется на специальную, которая выполняет то же самое, передает управление в дебаггер. Потом, когда мы нажимаем кнопку Step, оригинальная уже инструкция выполняется, а потом дальше все остальные из рантайма выполняются. Есть суперклевый интересный доклад, который, на который я наткнулся в процессе подготовки этого моего доклада. Ссылка здесь, также в конце все будут ссылки продублированы. Я уверен, в онлайне вы сможете скачать презентацию, записывать не нужно сейчас ничего. Получается, что для установки брейкпоинта нам нужен адрес инструкции, где стоит установить выполнение программы. Как же происходит этот резолвинг адресов? Как происходит преобразование вот этих вот человекоподобных и усваиваемых людьми строк в адрес? С помощью debug информации. При компилировании исходного кода, помимо, собственно, генерации инструкций, генерируется также debug информация. Если вы используете кланг из командной строки, вы можете собирать ваш проект примерно следующим образом. Вызвать кланг, передать ему опцию dash g, которая отвечает за включение и генерирование debug информации, и дальше скомпилировать ваши исходные файлы, преобразовать их в объектные файлы с расширением .o. При этом это можно делать параллельно, чем, собственно, Xcode и занимается, когда компилирует C++ или Objective-C. Чем он не занимается, когда компилирует Swift? Ну, понятно, да? Ввиду ограничений языка. И при линковке никаких флажков нет. При линковке ничего не генерируется, только при компиляции. Поэтому флажок dash g отвечает за генерацию дебаг информации. Мне коллеги в процессе прогона спросили, что это такое dash g, почему g? Ну, в мане написано, что это слово generate. Там вообще написано generate debug info. Наверное, так. В современном мире формат дебаг информации общепризнанный — это dwarf. Он есть и в iOS, и в macOS, и в Linux. Возможно, в FreeBSD, но не знаю, что там в том уголке вселенной. Как у любой крутой, продвинутой low-level технологии, у этой технологии есть свой логотип, наверное, нарисованный каким-то вот программистом, который писал эту технологию. Так что если вы вдруг едете там, в метро, увидите какой-то стикер, наклеенный чувака на рюкзаке, dwarf, я знаю, да? Мне Влад сказал. Как у любой технологии, у dwarf'а есть спеки. Но когда читаешь эти спеки, ощущение, что куда я попал вообще, о, фейспалм, я лучше их закрою по-бырому. Поэтому, к счастью, спеки у нас ничто. У нас есть утилита dwarf dump, которая позволяет избежать углубления в спеки. Она позволяет вывести dwarf информацию, дебаг информацию в читаемом виде прямо в консоль. Не нужно ничего парсить вручную, круто. Вызывается она, используется эта утилита очень просто, и на вход придется бинарник, и все. Если мы вызовем dwarf dump на только что скомпилированном бинарнике, мы увидим empty, пусто. Ну как же так, мы же собрались с флагом dash g, что? Приехали, что делать? Давайте углубимся в формат MacO, потому что именно там скроется подсказка, почему же в бинарнике пусто, нет никакой дебаг информации. MacO — бинарный формат, использующийся в macOS, в iOS. В Linux этот формат называется ELF, там немножко другая структура. В Windows там еще какая-то. Но смысл у всех одинаковый практически. Есть какой-то набор команд для загрузчика, который ты должен выполнить, чтобы, собственно, стартовать процесс. MacO отличается тем, что первые там, 4 байта — это cafe, baby или fitface, наверняка знакомые всем константы, да, iOS-ником и macOS-девелоперам.
Это часть хедера. Дальше идут лот команды, которые, собственно говоря, линковщику. Вот подгрузи тот фреймворк, возьми эту динамическую библиотеку, вот это вот минимальная версия операционной системы, на которой этот бинарник может работать, и так далее. И дальше всякие штуки типа string table, все строки в этом бинарнике, которые содержатся, подпись и так далее. Вообще весь формат MacO описан в файле hotloader.h. Например, в header там описан структурой MacHeader. Интересные поля. Тип архитектуры, под который был собран этот бинарник, количество load-команд и так далее. Любая load-команда состоит как минимум из двух полей. Собственно, тип команды и размер команды. Типов команды там миллион, прям вот, ну, очень много их. Они все define-ами обозначены в лучших традициях. Поэтому если мы видим, что тип команды — это, например, symtab, то есть symbol table, то мы можем скастить структуру load-command на symtab-command и уже по ней понять, что там еще есть на самом деле адрес, где начинается символьная табличка, есть еще адрес, где начинается strict-table и так далее. И вот эта вся информация хранится на самом деле в более старом debug-формате, называется стабы, и она есть в бинарнике. Dwarfdump ее не видит, потому что он работает с dwarf-информацией, но зато у нас есть утилита nm, которая печатает стабы. И если вызвать nm на нашем бинарнике, мы увидим такую портянку вывода. И что интересно, если поскроллить вниз, здесь будет stab oso. И, боже мой, мы видим абсолютные пути до объектных файлов, из которых этот бинарник был слинкован. Получается, что бинарник содержит ссылки на объектные файлы, из которых он собран, на статичные библиотеки и так далее. Если мы попытаемся распечатать информацию Dwarf уже на объектном файле, а не на самом бинарнике, мы получим интересный вывод. Собственно, это уже не empty. Это видно, что какая-то там структура, поинтеры и так далее. В принципе, более-менее понятно. Есть такая штука, как subprogram, не что иное, как метод или функция. Там даже есть имя этого метода, есть даже файл, где этот метод содержится скомпилированный. Есть номер строки внутри файла исходного. Также интересная информация, как аргументы у метода. Как мы знаем, в Objective-C implicitly приходят два аргумента self и kmd. Здесь все это показано. Так как же происходит поиск адреса, когда мы пишем «установить breakpoint» на строке 17 в таком-то файле? Ответ кроется в секции debug-line, которая внутри Dwarf. Если мы распечатаем debug-line, секцию, это делается указанием аргумента dash-dash debug line, то внизу появляется вот такая вот портянка с колоночкой. Вот это на самом деле 13, 14 и так далее. Это номера строк в исходном файле. Здесь мы, так как мы устанавливаем breakpoint на 17 строке, мы ищем здесь цифру 17. И по этим данным мы видим, что 17-я строчка внутри объектного файла имеет адрес 75. Что мы делаем дальше? Внутри, собственно, объектного файла мы можем посмотреть, с какой функции этот объектный файл начинается. Он начинается с функции crash. Теперь мы можем найти адрес этой функции уже в слинкованном бинарнике, используя ту же самую утилиту nm. Мы видим, что адрес функции — это 1.0.0.d30. Получается, к этому адресу, если прибавить просто-напросто наш 75 адрес, да, который внутри объектного файла, мы получим адрес брейкпоинта, где нужно установить внутри уже слинкованного бинарника. Такая вот очень нехитрая математика, которую понимают только рептилоиды, но, тем не менее, это можно понять, если сильно углубиться. Как мы можем это проверить, доказать? Мы можем запустить LDB, приоттачиться к нашему бинарнику, установить breakpoint на 17-й линии и посмотреть, какой адрес он выведет нам. Давайте это и сделаем. Для тех, кто не знает, LDB запускается с командной строки просто LLDB. Дальше появляется интерактивный типа интерфейс, в котором мы можем давать команды LDB. Первая команда, которую мы даем, это создать debug target. И мы ему всучиваем просто-напросто бинарник, который мы будем дебажить. Дальше можем просто сказать, что ну и breakpoint на 17-й строке в таком-то исходном файле. И мы видим, что адрес соответствует тому, что мы с вами вычислили на предыдущих слайдах. Адреса совпадают. Время посмотреть клевую анимашку.
Bro. Achievement unlocked. Аналогичным образом дебаггер выводит контекст. То есть, когда вы пишете run и запускаете процесс, в какой-то момент программа останавливается на только что установленном брейкпоинте, и в этот момент дебаггер вам может вывести контекст. Предыдущие три строчки такие, следующие три строчки такие. Это удобно. Следующая интересная штука. Все вы, наверное, слышали про раздетые или голые бинарники, stripped binary. Что это такое? Ну, по сути, это бинарник без дебаг-информации. Но что попадает в бинарник, если dwarfdump выдает пустоту? Да? Ну, dwarfdump-а там нет, зато есть все эти пути до исходных файлов, названия методов и так далее. Есть очень клевая тулза MacOView, если вы интересуетесь разработкой с использованием формата Mac-O, она может вам его распарсить прямо в виде пользовательского интерфейса с папочками и так далее. Это удобно. И если открыть наш бинарник, используя MacOView, можно увидеть, что там как раз-таки эти пути видны. Если мы пострипаем наш бинарник, а делается это очень просто, просто вызываем strip и передаем на вход наш бинарник, на выходе получаем стрипованный бинарник, даже вот в этом простом случае целый килобайт он срезал чего-то там, то MacOView уже ничего не показывает, зато здесь появляется интересный радар под номером 561-45-42. Никто не знает, что это такое. Наверное, никто никогда не узнает. Кажется, что теперь мы готовы отправить наш бинарник в продакшн, загрузить в App Store, выложить, не знаю, там, в интернет в виде образа DMG и так далее. А как же крышлоги, да? Что спросите вы? Все мы знаем, когда приходит крышлог, никаких методов в нем нет. Вместо методов там находятся всякие цифры 3474, 0x0 плюс 1 и прочее. Что делать? Как преобразовать эти символы в понятный человеку крышлог, где указаны все методы? Очевидный ответ. Нужно просто-напросто держать дебаг-информацию под рукой. Первое, что приходит на ум, не iOS-нику, да, можно просто сохранить нестрипанный бинарник. Можно прямо еще всю drive data сохранить, заархивировать, потом, когда пришел крышлог, уже смапить адреса из нестрипованного бинарника на адреса в крышлоге. Но Apple нам предлагает свой вариант, свое видение проблемы. Это dsim. dsim файл генерируется с помощью утилиты dsimutil. На вход придется нестрипованный бинарник. Все, что он делает, он идет по ссылкам внутри этого файла. Всю дебаг-информацию помещает в один гигантский файл и потом кладет в бандл с расширением dsim. Рядом, прямо рядом с бинарником. И поэтому, если выполнить dwarfdump прямо поверх этого dsim файла, там будут все методы из всех O-файлов. Удобно, да? Также dsimutil устанавливает невидимую связь между оригинальным бинарником и сгенерированным десимом. Потому что по секрету в каждом бинарнике есть load command, который называется UUID, в которой содержится 16 рандомно сгенерированных байт компилятором. Эти 16 байт копируются в десим. И поэтому, когда вы в LLDB попытаетесь подгрузить десим, чей UID не совпадает с UID бинарника, он вам ругнется, скажет, ничего, не знаю, не подходит. Поэтому требуйте генерации dsim при релизе. Это очень облегчит вам жизнь. Я наверняка уверен, все вы это делаете. Поэтому, продолжая мысль, при поступлении крышлога все, что вам нужно сделать, найти UID бинарника, а соответственно и dsim, он прямо в крышлоге напечатан в секции Binary Images. И дальше действуем по такой схеме. Запускаем LLDB, создаем таргет, подключаем скрипт под названием CrashLog. Очень удобно, что эта часть LLDB идет из коробки. И символизируем CrashLog. Все просто. Создавать таргет мы уже умеем. Это target, create, и дальше мы передаем на вход бинарник. Дальше мы передаем dsim, добавляем символы с помощью команды target symbols add и загружаем скриптик, который идет в LDB из коробки.
И дальше у нас появляется команда CrashLog. И на вход мы передаем CrashLog. И она на выходе дает какую-то портянку кода непонятного. Но если чуть поскроллить вниз, то мы видим, что несимволизированные участки крэш-лога превратились в символизированные. Мы видим, что в данном случае крэш произошел в методе simple-class class crash. На строчке 15 в исходном файле simple-class.n и даже в колонке номер 5. Ну, круто, да? А еще можно просто drag-and-dropнуть крэш-лог в Xcode, и он все это сделает за вас. А еще можно использовать всякие системы типа фабрик. На самом деле Apple заморочилась насчет этих десимов очень и очень сильно. Она организовала целую экосистему вокруг них. Есть две интересных ссылки. Первая из них — это письмо какого-то сотрудника Apple, который добавил вот эти штуки типа UUID в бинарник, который матчит десим для этого бинарника, собственно, с самим бинарником. Почитайте, просто вот для расширения кругозора прикольное чтение. Там на самом деле небольшое письмо. И вторая ссылка — это точки врезания в LLDB, как можно эту всю экосистему завести с оглядкой на первую ссылку. А теперь краткий разговор о насущных проблемах. Все мы с вами сталкиваемся с проблемами, относящимися с десимом, я уверен. Все мы искали ответ на тот или иной вопрос на Stack Overflow неоднократно. Все мы видели статьи наподобие «Мегалайфхак, я выключил десим, моя скорость сборки возросла в 30 раз». Естественно, ведь десим util очень медленный. И он не нужен для дебаг-сборок. Не забывайте, вы можете случайно включить десим для дебаг-сборки, пойдите и выключите. Делается это очень просто. В настройках Xcode, в Build Options есть настройка Debug Information Format. И для Debug конфигурации вы выбираете просто Dwarf. А для релизной оставляете Dwarf with Desim. Но не очень понятно, в чем разница. Еще раз объясню. Dwarf — это Debug формат. Debug информация для всего вашего кода, для всего проекта. Когда вы генерируете Desim, она никуда не девается. Просто в дополнение к ней создается один гигантский файл, опять же, с этой же дебаг-информацией, но при этом вам не нужно сохранять derived data, чтобы символизировать крэш-лог, вам достаточно этого десим-файла. Десим и биткод — это хайповая тема, да, в последнее время, когда мы не даем прямо бинарник в App Store, а даем какое-то промежуточное исполнение, и компиляция собственно, уже исполняемого файла происходит на стороне Apple, на их серверах. На самом деле в этом же случае десим там же генерится. И в iTunes Connect появляется ссылочка для скачивания десима, чтобы вы могли локально символизировать ваши крэш-логи. Генерация лишних десимов. Это очень-очень интересный кейс, с которым мы столкнулись в Авито. Мы, как и многие из вас, используем CocoaPods. Кто использует CocoaPods? Отлично, ну, много человек. И мы используем плагин, который называется AmiMono, очень сложно произносить, который делает магическую работу. На самом деле он превращает динамические фреймворки в статические библиотеки и потом линкует их в бинарник. Прям магия. Когда услышал про это, говорю, как вообще? По сути, без AmiMono, если мы используем фреймворки, наш workflow выглядит так. Когда мы собираем релизную сборку, к каждому фреймворку генерируется собственный десим, и к бинарнику генерируется десим. Потому что фреймворк линкуется динамически. Это как индивидуальный бинарь, по сути. С AmiMono ситуация выглядит совершенно по-другому. Сборка выглядит также, но в самый последний момент эти фреймворки магическим образом попадают в основной бинарник. И бинарник уже не линкуется с этими динамическими фреймворками, он линкуется с кодом из этих динамических фреймворков статически. Очевидно, что UID-то все разные, но при поступлении крэш-лога будет использоваться UID только из бинарника. Получается, что десимы для фреймворков не нужны совершенно никому. Они просто тратят ресурсы, занимают место. Все, что нам нужно, это десим для бинарника, потому что в нем все фреймворки уже зашиты. Таким образом, мы сэкономили около 300 мегабайт с каждой сборки. Кажется, гроши,
Но с учетом того, что у нас около 7 сборок в день происходит в тест-флайт, получается где-то 2 гигабайта в день, неплохое такое сохранение для нашего сторожа от TeamCity. Можно поиграться с дебаг-информацией и написать небольшой скриптик, который покажет вам, распечатает размеры всех функций в вашем бинарнике. Так можно найти, например, что какая-то функция занимает 100 килобайт, а 20 функций в вашем бинарнике отвечают за целых 2 мегабайта размеры. Запросто. Встречались и с таким. Скрипт вообще простой. Он настолько простой, всего 60 строк кода, он уместился в QR-коде, можете прям сфоткать, его, превратиться в питоновский скриптик. Но есть ссылка на GitHub, можете пойти счекаутить традиционным способом, так сказать, загрузить скрипт себе на девайс, на ноутбук. Ссылка будет в конце тоже. И CocoaPods и DCIMI тоже заслуживают отдельного внимания. С оглядкой на то, что мы используем Amimano. Да и без оглядки тоже. Все мы знаем, что поды конфигурируются в подфайле, но помимо этого там можно конфигурировать и основной проект, что очень удобно. Например, как вы уже поняли, нам не нужны DCIMI для подов совершенно, потому что мы их линкуем статично. Мы их выключаем прямо в подфайле. Всегда говорим, что только Dwarf нам нужен, DCIMI никогда не нужен. А для основного проекта, отличие в желтом тексте, поды мы конфигурируем с помощью команды pods project, основной проект с помощью aggregate targets. Для основного проекта мы пишем в xconfig, что если у нас сборка, дебаг или тест, нам DCIMI не нужны. Если релиз или enterprise, нужны. Помимо этого, можно настроить интересную опцию, как собирать только активную архитектуру. Она тоже иногда случайно включается в ES. У нас получаются толстые бинарники, когда это совершенно никому не нужно. Можно один раз настроить в подфайле и забыть об этом. И в Xcode не трогать. Если вы тронете, вам CocoaPods выдаст warning при генерации проектов. Удобно. Попробуйте это. В качестве завершения хотел бы вам дать толчки к действию. Пожалуйста, проверяйте. Вот придете домой или на работу в понедельник, ну, по выходным лучше не работать, откройте ваш проект, посмотрите, убедитесь, что вы не генерируете DCIMI для дебаг сборок. Это статья вида Mega Lifehack. Прогоните скриптик, который и мы создали в Авито. Может быть, вы что-то очевидное увидите, что там 500 килобайт метод, можете его пофиксить или порефакторить, написать более оптимально и сэкономите размер бинарника. И попробуйте Amimano, если вы этим до сих пор не пользуетесь. На самом деле, хоть это и выглядит магически, ничего страшного в этом нет, настраивайте один раз, у вас не только уменьшается размер бандла за счет того, что все фреймворки статически мержатся в бинарник, уменьшается время запуска, нужно ничего динамически загружать. Ну, вообще профит большой, меньше DCIMI-ов и так далее, быстрее сборка. Все ссылки, которые использовал в этом докладе, вот слайд, как и обещал. И в конце для вас салют за то, что вы пришли. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Влад. Егор, поможешь мне с майками? Егор, Егор, подойди сюда. Ну давайте, пока Егор подходит, у кого вопросы? Спасибо за доклад. Вот у меня по скрипту этому вопрос. Есть же у линковщика флаг, который выводит нам в текстовом файле все размеры по всем методам и по всем данным. Чем это хуже, чем скрипт? Какой флаг? Карта линковки. Что? Есть такая вещь, карта линковки. Это настройка в Xcode у линковщика. Карта линковки. Он для каждой архитектуры генерит текстовый файлик, где по бинарю прям полная подробная информация, смещение каждого метода и в том числе по данным. Я думаю, тогда ничем. Я просто тоже рассказывал про то, как собирать эти размеры, а потом узнал про этот флажок, было, честно говоря, стыдно. Спасибо. Ну, не знать не стыдно. Стыдно не хотеть знать, так говорил мой преподаватель. Хорош. Тут есть вопросы? Или там уже есть? Тут у меня нет пока ничего. Ребят, вопросы?
Вопросы. Да, о, Вадим. Готов к вопросам? Спасибо за доклад, был вообще шикарный. А будет ли работать профайлинг, если отключить DSIM? Нет, это тоже хороший вопрос. Профайлеру нужен DSIM. Во-первых, профайл конфигурация — это то же самое, что, по-моему, релиз конфигурация с оптимизациями и так далее, чтобы можно было посмотреть, как приложение ведет себя в реальной жизни. Но профайлер, инструмент в данном случае в нашем, не умеет ходить по вот этим стабам и так далее, поэтому ему нужен DSIM. Да. И еще хотел сказать предупреждение, что Mimano не работает на последних версиях какого POTS, поэтому задумайтесь. Очень красивый финальный слайд, Влад, спасибо. Да, я думаю, надо сделать его стандартным нашим. Можешь сказать, как ты рисовал вот эту картинку? Очень просто. А я сейчас объясню. В общем, я написал конец, потом скопипастил миллион раз, выровнял, чтобы конец под концом шел. Да? А потом поверх повесил лейбл черный, написал конец большими буквами. Потом просто вот эти вот красненькие буквы превратил в черные, а оригинальный лейбл удалил, чтобы выглядело... У нас у директора по вопросам еще один вопрос. У меня такой еще есть вопрос. Когда заливаешь приложение в Store, то Xcode умеет складывать в EPA еще и символы. Они вот не в таком формате, как обычно, не zip там, с расширением DSIM. Там какие-то точки symbols, как они генерятся, вот не приходилось с этим возиться? Не приходилось. Вообще DSIM это не zip формат, это просто папка, внутри лежат файлы. Но я, если честно, ни разу не слышал о том, что вы говорите. Если больше желающих задать вопрос нету, давайте поблагодарим Влада за шикарный доклад.